успокойся. Мы скажем, что он сам прыгнул, но ты его застрелил. Не бери в голову. Они ведь даже тело не найдут. Черт побери, брат. Почему ты это сделал? А почему он не заткнулся? Он меня достал. Императрица то, императрица это. Все эти молитвы и песнопения. Я просто не выдержу. Достаточно было врезать ему. Говорю, сорвался. Это место плохо на меня действует. Да, но теперь ты должен молчать. Главное, ты сам не болтай лишнего. Да, да. Помогите мне! А вот это сделали поудобнее. Обожжен по краям. Что случилось с хозяином? На бирке имя. Милли. Thank you.
А это ведь какая-то лаборатория. Их отправили сюда изучать природу бурь? Здесь есть электричество. Как это возможно? Нужно найти путь на ту сторону.
Артефакты из древней гробницы. Что они здесь искали?
Нужно найти что-нибудь покрепче. Черт, сейчас пока не могу. Императрица Солнца дряхлеет с каждым днем. Совсем скоро она выберет себе преемницу. Боюсь, ею стану я, ее фаворитка. Она обожает меня, называет своей первой дочерью, всегда держит при себе, даже расчесывает мне волосы и наряжает в свои лучшие наряды. Я чувствую себя любимой собачонкой или куклой. Но самое ужасное, она все время пристально всматривается в меня, будто разглядывает собственное отражение в зеркале. Эндюранс. Они разбирают его на части.
зря тратим время. Это уже который генератор. На кой они вообще стали? Какая разница? Нам приказывают, мы выполняем. Без вопросов. Да на той неделе мы уже все переносные отправили. Они там стадион хотят включать, что ли? Успокойся, брат, не говори так. Так, внимание, начинаем подъем. Как думаешь, что там во дворце произошло? Над горами Трезвенец. В случае чего нас бы вызвали. А что тогда с рацией? Всю ночь только помех. Что-то происходит. Брат, я же просил тебя помолчать. Все, ни слова. Нужна помощь! Все сюда! У нас гости! Заклинило!
прибрежная база атакована неизвестным противником. Есть предположение о высадке на остров спецвойск американских вооруженных сил с целью помешать проведению операции. Связь нарушена повсеместно. Мы понесли тяжелые потери, многие просто исчезли. Весь оставшийся личный состав следует к древнему монастырю с целью установления контроля над погодным феноменом. Ожидается серьезное сопротивление по маршруту следования. Срочно требуется подкрепление. Yeah!
Алекс, Алекс, куда же ты опять вляпался? Год Мэдзи 6. 1873. Одна сторона стерта, как будто ее постоянно трогали. Может, это солдатская монета на счастье? Абсолютно права. Здесь творится что-то странное, какое-то природное явление, которое заставляет погоду сходить с ума. Армейская научная база, императрица Солнца, безумная секта. Может, тут вообще снимают реалити-шоу? А на всех деревьях в листве спрятаны телекамеры? Хотя, должен признаться, все это до смерти меня пугает. Именно поэтому я отпускаю шуточки, от которых Рейс уже, кажется, звереет. Думаю, я должен сделать что-нибудь полезное, пока совсем не слетел с катушек. Мне бы очень хотелось быть похожим на Лару. Я просто ею восхищаюсь. Она не только умна, но еще и умеет надрать кому надо задницу. Хотя, если она не обращала на меня внимания до сих пор, то теперь и подавно не обратит. Но, может быть, я все-таки сумею произвести на нее впечатление.